Всем привет! С вами снова мы, Наталья, Ярослав и Давид. Вы смотрите пятый сезон музыкального проекта «Народный махор». Мы, как всегда, находимся на кулинарной студии «Вивачи» и с минуты на минуту ждем появления нашей гости. Многие уже знают о том, что в этом сезоне, помимо того, что мы поем, мы еще и готовим. Поскольку мы неприрожденные повары, поэтому нам в готовке помогает Давид Данте. И сейчас Давид расскажет, что мы сегодня приготовим. Я думаю, что что-то простое, да? Самое любимое всеми, даже можно сказать, всем миром любимое блюдо – пельмени. Это мы все сделаем, но для начала я хотел бы пригласить все-таки сегодняшнего участника. И это Галина Пахомова! Шоу «Народный махор». Галина Пахомова – финалистка первого сезона проекта «Народный махор». Считает себя романтичной, страстной, любящей правду натурой. Признается, что книг читает мало, отдает предпочтение военным и историческим фильмам. Любит путешествовать, успела побывать в Турции, Египте и на Черном море, от Ялты до Сочи. После участия в проекте появилось много друзей и поклонников. Галя вместе с командой выпустила свой первый авторский диск и сейчас трудится над вторым альбомом. Денежный приз в случае победы потратит на ипотеку. Шоу «Народный махор». Всем привет! Привет, Галь. Привет. Спасибо, привет. Что приехала. Привет. Очень. Да, как долго мы тебя ждали. Целых 4 года мы не видели Галю. Она ничуть не изменилась, посмотри. Да, как... Она стала выглядеть еще лучше. Да. Ты же видела уже новый сезон, что мы здесь делаем. У нас да, немножко конечно. Все по-другому. Помимо того, что мы поем песни, мы еще и готовим. Сегодня мы будем готовить, Давид нам сказал, пельмени. Пельмени. Ты умеешь пельмени? Готовить? Любишь готовить? Я люблю готовить свободное от работы время, конечно, люблю. Я готовлю первое блюдо очень вкусно. Отлично. Первое блюдо без лука не обходится. Ярослав, у нас есть кандидат на нарезку лука. Сколько надо? Два кусочка. А, кстати, пельмени может быть и первыми. Нет, Ярослав, все-таки зелень. Да, конечно. Я зелень. Да, а Наташа любит тесто, я знаю. Пойдем, Наташа. Ну, примерно. Да. Я знаю, что пельмени... Ты хочешь, чтобы я приготовила пельмени? Нет, пельмени – это тесто и мясо, правильно? Фарш, больше ничего. Но это же тоже надо приготовить. А, это мы будем фарш добавлять, правильно? Да, мы сейчас добавим фарш. А зелень? Зелень тоже добавим. Фарш, чтобы он чуть-чуть, как бы там, чуть-чуть, видите, как мало зелени у нас. Да, я сделаю помельче. А я предлагаю, пока мы будем исправлять наше тесто, исполнить вам песню. Вы еще точно! Песня называется «Случайная встреча». Все, поехали, петь. А вы готовьте. Только слушайте нас, ладно? Обязательно. Шоу «Народный махор». Случайная встреча спустя 10 лет, а память царапает шрамы от прошлой уснувшей любви. Случайная встреча, вопрос и ответ банальный. Как мы потеряться с тобой в этой жизни могли? Случайная встреча. Твой голос до боли знакомый. Все та же походка, а сердце комочком в груди. Потушены свечи, устали герои от роли. Ты больше не мой, я чужая невеста. Прости. Не уберегли первую любовь, прощай. Первый поцелуй, снега на губах, печаль. Птицею душа в бездну за тобой летит. Я теперь жена, только не твоя, прости. Не уберегли первую любовь, прощай. Первый поцелуй, снега на губах, печаль. Разная метель песни нам поет твои. Милая, прости, мужем я не стал твоим. Случайная
Я долго шептал твое имя ночами, признаюсь. А ты все как прежде, чуть только уверенней взгляд. Обидел любовь, потерял навсегда тебя, каюсь. Не смог разглядеть, не сумел возвратить все назад. Слова, что хотела сказать, вдруг куда-то пропали. Нет сил притворяться, любила, мечтала, ждала. Мы счастье свое друг у друга так глупо украли. Мы стали чужими, судьба нас с тобой развела. Не уберегли, не уберегли первую любовь, прощай. Первый поцелуй, снега на губах, печаль. Птицею душа в бездну за тобой летит. Я теперь жена, только не твоя, прости. Песни нам поет твои. Милая, прости, мужем я не стал твоим. Спасибо. Шоу «Народный махор». Ну что, как вам? Галя. Наташа прям... Не пропадай больше. Ну, песня правда ща, классная. Сейчас поможем. Сейчас прям взгрустнулась, да, если мне, честно. Мне тоже эта песня очень нравится. Давид там что-то делает, мы тут просто стоим и... Не, ну, ребят, ну, очень пельменей хочется. Песня это хорошо. Песня, да, хорошо. Но кушать хочется. Давид, мне кажется, что мы неправильно делаем пельмени. Хорошо, если вам так кажется, давайте делайте правильно. Вот я вот помню, что мы с родителями, когда лепили пельмешки, у нас была такая специальная форма. Мы клали слой теста, да. Потом мы дальше клали туда шарики фарша, накрывали вторым слоем теста и раскатывали. У нас вываливались уже готовые пельмени. Это форма, это формочка. Это форма. Да, это специальная форма. Мы готовим вообще там, древнерусским путем. Не надо, вручную, скалка и все дела. Так, я перчу, да? Да, вы поперчите уже и попробуйте, Галь. Ага. Расскажи, пожалуйста, ты до сих пор работаешь в ресторанах? Да. То есть наши зрители могут прийти и услышать тебя? Конечно, запросто. А концерты такие ты делаешь? Давно уже не было. Был у нас когда? Не помню, 16-го года, по-моему, крайний концерт был. Шоу «Народный махор». Наш спонсор – Елинский пищевой комбинат. Елинский – мясо, что надо. Шоу «Народный махор». У меня есть еще вопрос. Скажи, пожалуйста, Галь, ты нам написала в анкете, что сейчас ты работаешь с командой. Значит, команда состоит из человека, который пишет слова для музыки, другой человек пишет музыку саму, вот. Он же, в принципе, пишет и аранжировку, вот. И есть человек, который занимается сведением и мастерингом. Кстати, на нашем сайте amahor.ru есть раздел «Заказать артиста». И Галина Пахомова тоже в этом разделе присутствует. Спасибо тебе большое, Галь, за то, что ты заполнила анкету и тоже сейчас присоединилась к артистам. Да, это новая наша функция такая на нашем сайте есть, поэтому если есть желание пригласить наших участников, ну там не только участники будут, будет много артистов, заходите, там все просто, есть куча подсказок, поэтому... Галя, какое твое самое любимое блюдо? Так. Пельмени. Которые ты готовишь сама, дома. Самое любимое, ну, пожалуй, оно и самое простое, скажем так, это курица... По-студенчески. Она делается в банке. В банке? Да. Расскажи, как? Обыкновенно покупается либо по запчастям курочка, то есть крылышки, ножки,
Вот. Либо разрезается целиком вся курица, очень мелко нарезается. Солишь ее, перчишь, потом берешь луковицу, режешь ее крупными кусками и выкладываешь в банку. Сначала слой курочки. Обычная 3-литровая банка? Да, ну, которая поместится в духовку. Ага. Вот. Значит, кладешь слой курочки, туда 2 куска лука. Опять слой курочки и так до верха. Угу. Накрываешь сверху крышечкой, только не закручиваешь, железной. И на тарелочку в неразогретую духовку, потому что банка может лопнуть. Если разогретую поставить, засовываешь. Оно буквально за час получается тушенка. И вот так в вот своем соку курочка в одном получается. Выпуске мы два рецепта сделали, два рецепта, рассказали два рецепта. Первый наш с тобой дуэт был это «Королева вдохновения», а авторская песня у нас была «Говоришь мне». «Говоришь мне», да. Я она стала очень популярной. Сейчас она даже звучит, эта песня, на радио. Несколько раз показывали ваш клип по телевизору. Давид, ты знаешь, где родилась Галина? Галина, а где вы родились? Я родилась в городе Энгельс Саратовской области. Ой, такой длинный-длинный мост, красивый такой, да? Да-да-да. Красный, Волга, красный, грибочки, видим. Поля, да, леса. Да, да. Там еще где-то приземлился Гагарин, как с первого сезона. Да-да-да, в полях Энгельса. А ты долго там прожила? Я прожила там до, получается, 20 лет. А вообще, я бы хотел еще услышать твой голос. Давай мы полепим за тебя пельмени, а ты пойдешь споешь что-нибудь. Я бы тоже очень хотела. Хорошо, говорили. Да? Только какую песню? Буду я петь песню Ваенги. Говори. Шоу «Народный махор». Такой послушной кобылицею белой строптивою. Говори, что я стала красивою. Поманил, поманил, крылья подарил, показал взглядом, куда лететь надо. Напоил, напоил водой из ладони. Говорил, что не тронешь, а сам забыл. Говори, говори, я ж буду маяться, но не проводу она. Мне не нравится, мне тебя не обнять. Руки связаны, сходятся, ох, и не зря в омуте черти водятся. Даже косами чую, разлученица, но ничего у тебя да не получится. Помани, поманил, крылья подарил, доказал взглядом, куда лететь. Уходи, а руки тянутся с глаз долой, сердце вон, а боль останется. Говори, говори, да на прощание, просто ты не сдержал обещание.
Спасибо. Молодец! Галя! Шоу «Народный махор». Это было круче, чем у Ваенги. Я не сомневаюсь, конечно. Хотя я вроде бы я и не слышал в исполнении Ваенги. Но... Мы просто по-разному ее исполняем. Это все Елену Ваенги никто не перепоет. Молодец. О, смотри, видишь, как классно. Но после такого исполнения вы просто обязаны проголосовать за Галину на нашем сайте махор.ру. Шоу «Народный махор». Так, я так понял, наши пельмени практически готовы, да? Практически, да. Они уже кипели. Даже красивые получились. Спасибо. Итак, держите, если даже есть не будете. Я поехал. То есть, в смысле, буду пробовать. Да. Ну, извините. Осторожно, горячо. Ну. Съедобно хоть? Ну, конечно, особенно пельмени тесто. Вкусное. На соль как? Отлично. Галя проверяла. Мы не ошиблись. Это хорошо. Не ошиблись. Шоу «Народный махор». Пельмени. Для теста необходимо мука 1 кг, вода 450 мл. Можно добавить одно яйцо. Для начинки. Фарш свинины 500 грамм, фарш говядины 500 грамм, 20 грамм петрушки, 300 грамм лука, соль, перец по вкусу. Шоу «Народный махор». Дорогие друзья, хочу еще раз напомнить вам о моей новой концертной программе «Сумишествие», старт которой мы дадим в канун моего 35-летия 17 октября в Москве, Vegas City Hall, а также 7 ноября в Санкт-Петербурге, ДК имени Горького. Очень многие просят меня приехать в свой город. Следите за гастрольным графиком на моем сайте yaroslav.su, и вы обязательно его там увидите. До встречи на концертах! Шоу «Народный махор». Галя, мы были очень рады видеть тебя. Мы соскучились по твоему вокалу, так же, как и наши зрители. И мы надеемся, что зрители обязательно отдадут свои голоса за тебя. И именно ты выиграешь главный приз – 500 тысяч рублей. Спасибо, да, большое. А я расскажу подробнее, как это сделать. Нужно зайти на сайт махор.ру, найти выпуск с Галиной Пахомовой и проголосовать. Вот. Тогда все получится. А еще у нас есть замечательные друзья, о которых ты наверняка слышала. Ельнинский пищевой комбинат. Приз от них ты только, уже... Только слышала, да, заметь. Да, приз от них ты уже выиграла. Вот, специально для тебя. Спасибо большое. В первом сезоне еще не было этих друзей, теперь они есть. Надеюсь, что тебе эта мясная продукция пригодится. Ну что ж, на этом мы прощаемся, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. До свидания, до новых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока! Пока-пока! Всем кайфа, это слово знакомо нам с давних пор. Всем кайфа, это новый сезон. Шоу «Народный махор».